Совсем скоро добираться из Архангельска до Санкт-Петербурга будет намного быстрее. Это станет возможно благодаря сдаче участка в Вологодской области протяженностью 27 километров. Его строительство начнется после передачи трассы Брена-Волок-Плесец-Каргополь-Вытегра в федеральную собственность. Серьезным затруднением движения на сегодняшний момент является дорога Вологодской области на этом участке, потому что ее там, ну, можно сказать, что нет, там есть зимник только для проезда. Поэтому в первую голову, значит, наша задача для построительства это будет именно вот ее восстановить. Ремонт этого участка позволит сократить протяженность дороги из Архангельска до Санкт-Петербурга на 300 километров. Обновление предстоит и всей будущей федеральной трассе, которая займет 3-4 года.